Здравствуй, учитель, здравствуй. Ты погляди вокруг. Видишь ты, сколько самых глазастых сразу притихло вдруг. Сразу притихло вдруг. Сразу притихло вдруг. Вас пишет наш дружный класс. Пожелания оставить хочет каждый из всех нас. Мы вас ценим очень и очень и желаем от души. Быть любимой и в работе, и в кругу своей семьи. Пусть здоровье будет крепким, нервы будут пусть тверды. Пусть вас окружает здесь вам душевной красоты. Выдержка пусть помогает, и зарплата возрастает. Нам никогда не позабыть лучистый свет любимых глаз. Желаем вам успешно быть, хотим счастливой видеть вас. Тогда для каждого из нас вы время находили. И каждый день, и каждый час мы терпеливо были. Мы любим вас от всей души, и взрослые, и малыши. Девчонки наши и мальчишки. И тихие, и шумнишки. Спасибо вам за все труды, за то, что рядом вы всегда. А в сердце вашем доброты меньше не станет никогда. Всем привет! Вы смотрите канал 2В. Сегодня день учителя. Давайте узнаем, кого поздравят ребята. Привет, Настя! Кого ты сегодня хочешь поздравить? Я хочу поздравить всех учителей начальных школ. Я желаю им счастья, здоровья, чтобы они учили учеников так, как есть. Привет, Рамазан! Кого ты сегодня хочешь поздравить? Я хочу поздравить всех учителей английского языка. Я желаю им счастья, любви и чтобы они не болели. Привет, Камиль, кого ты сегодня хочешь поздравить? Я хочу сегодня поздравить всех учителей математики. Я им пожелаю счастья, здоровья и всего самого лучшего. Привет, Платон, кого ты сегодня хочешь поздравить? Я хочу поздравить всех учителей физкультуры и ритмики. Желаю им хорошего, чтобы они хорошо учили своих учеников. И чтобы они были здоровыми и сильными. Привет, Элина. Кого ты сегодня хочешь поздравить? Я хочу поздравить всех учителей русского языка. Желаем счастья, здоровья, чтобы они всегда оставались такими же красивыми. Привет, Аделия. А кого ты сегодня хочешь поздравить? Я хочу поздравить учителей по технологии. Желаем счастья, здоровья. Спасибо, что они нам помогают делать аппликацию. Привет, Роберт. Кого ты сегодня хочешь поздравить? Сегодня я хочу поздравить директора нашего лицея. Желаю ей счастья, здоровья и чтобы она всегда была красивой. Привет, девочки. Кого вы сегодня хотите поздравить? Всех учителей лицея. Мы им желаем счастья, здоровья, чтобы они были самыми добрыми учителями на всей планете и умными. Вам за труд и терпение, за теплоту вашей светлой души, радости, счастья, добра, вдохновения, в вашей работе успехов больших. Кто дарует знания детям, кто подскажет им помочь.
хулиган и лоботряс, и дворник проказник, решили дружно как один учиться на отлично. И в знаниях достичь вершин сумели гармонично. Еще желаю, чтобы вас ценили на работе, чтоб труд учителя всегда был у людей в почете. Дорогие учителя, желаю вам счастья, здоровья, чтобы оставались такими же красивыми и всего самого наилучшего. Спасибо вам за все. Вам, учитель дорогой, ваш характер нравится. Кроме вас никто другой с нами не управится. В наши головы вложили много светлых вы идей. Мы здоровья вам желаем и побольше добрых дней. В день осенний, когда у порога задышали уже холода, школа празднует день педагога, праздник мудрости, знаний и труда. Светлана Николаевна, поздравляю вас с праздником учителя. Вы самый лучший учитель. Здоровья, жизни, любви, чтобы вы никогда не болели. С вами было все хорошо. Дорогая Светлана Николаевна, поздравляем вас с Днем Учителя. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы никогда не болели, оставались такой же красивой, умной и доброй. Здоровья вам, большого счастья, пусть будут дни светлые, легкие. И главное, как можно чаще, пусть радуют ученики. С Днем Учителя, Светлана Николаевна, мы любим вас! С Днем Учителя, Светлана Николаевна, желаю вам счастья, здоровья, чтобы на душе только радость была и не было печали, чтоб вы продолжали учить нас и других учеников. Кто нас учит, кто нас мучит, кто нам знания дает? Это школьный наш учитель, удивительный народ. С вами ясно и светло, на душе всегда тепло. И простите, если в шок был не выучен урок. Поздравляем от души наших всех учителей. И здоровья вам желаем от проказников детей. У нас самые лучшие, самые добрые, самые красивые учителя. Мы вас любим. Поклоны вечные, спасибо учителю на все века. Найдет он путь к умам детишек и скажет нужные слова. Слова, что станут гимном нашим, укажет верный путь к мечте. Услышит, главное услышит, слова учителя к тебе. Спасибо за ваш труд, это вам. Дорогие наши учителя, заучи и наш любимый директор Диляра Салиховна, я поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам счастья, здоровья и чтобы в вашей работе у вас все получалось. Спасибо за важные знания, за мудрость, заботу, внимание. Пусть наполняются счастьем мгновенья, успехов, добра, вдохновенья. Спасибо вам за все. От всего второго А посвящено Святому Вячеславу. Что за праздник в этот день? Вспомните нам совсем не праздник тех, кто учит нас и ведет с собой в класс. Праздник осени прекрасный, разноцветный и простой. Несмотря на день ненастный, дарит счастье и покой. Мы, как сказочные эльфы, знания ждем от вас всегда. Словно достаем из сейфа, извлекаем из яйца. Дарите вы детям знания, учите вы нас добру. Так примите же признание, благодарность и хвалу. От второго. Дорогая Лиза Рафисовна, поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам счастья, здоровья, хорошего настроения, чтобы вы самые добрые были. Земле. Есть такое призвание на свете – учить. По частям отдавать свою душу. И детей беззаветно любить. Даже те, кто, увы, не послушен. Вести за собою детей, невзирая на трудности быта. Поздравляем мы учителей. Их дорога шипами покрыта. По
пожелаем мы учителям? Утешение за нервы и встряски. Мир и радость их светлым домам. Как награду за чуткость и ласку. Адекватных условий труда. И нормальные, достойные зарплаты. Обращаюсь запуск к вам всегда. Любопытные детские взгляды. Поздравляем вас, учителя. С днем учителя всех педагогов. Вами славится наша земля, а профессия ваша от Бога. И успех. 3-й класс. Учитель – гордое звание, которое достойны нести только самые лучшие люди. Я желаю вам всего самого наилучшего в ваш замечательный день. День учителя. Я вас поздравляю с этим днем. Желаю всего самого наилучшего. Чтобы вы никогда не болели. Чтобы у вас было больше всего отличников. И было меньше всего двоечников, и прогульщиков, и хулиганов. В такой замечательный день я вас еще раз поздравляю от всего сердца и от всей души. И чтобы желаю, чтобы ваша любовь к вашему классному коллективу никогда не была потрачена. Поздравляем наших любимых учителей с их профессиональным праздником. Мы вас любим! Дорогие наши учителя, с праздником! Желаем вам крепкого здоровья, послушных учеников и много денег. Любви, счастья и здоровья! Дорогие учителя, поздравляем вас с праздником. Желаем вам, чтобы в вашем классе была дисциплина и никто не стоял на голове. Сегодня будет множество букетов. Вас тут заслуживают тысячи цветов. И мы спасибо говорим за это. Хотим пожелать вам без лишних слов, чтобы класс был теплым и уютным. Любили вас ученики. Была бы счастлива каждая минута, лишь пятерки ставили в дневники. Дорогие учителя, поздравляю вас с Днем Учителя. Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни, а также послушных учеников. Дорогие учителя, поздравляю вас с Днем Учителя. Вашему терпению можно позавидовать, мудрости, умению... детвору воспитывать. Объясните вы понятно все азы науки. Вы в общении приятны, мастер на все руки. Вы такой же оставайтесь с нами навсегда. В доброй славе вы купайтесь долгие года. Поздравляю вас! Мы сегодня в первый раз праздник отмечаем.
и учителя родного вместе поздравляем за заботу и любовь, говорим спасибо. Уважаем, любим вас очень-очень сильно. Поздравляем с днем учителя! Желаем счастья, благополучия, удачи, радости, здоровья, успеха, долгих лет, процветания, вдохновения, везенья, любви, мирного неба, добра, улыбок, терпения, гармонии, теплоты, бодрости. О, чудесно! Всем привет! Да, кто не теме? Для учителей это раз за 7. После 3-го Д поздравления у вас будет у всех отличное настроение. Вы наша первая учительница в школе. Мы вас, дорогая, на всю жизнь запомним. Долгих лет жизни, удачи в работе. Альбина Альбертовна, мы любим вас очень. Светлана Николаевна, вы прекрасны, спору нет. И наши слова ни капли не бред. Куба Арисовна, узнает тебя школа. Не сделала английский, тогда не до прикола. Все мы вас любим и очень уважаем. Крепкого здоровья, терпения желаем. Светлана Ивановна, с каждым годом краше. Чудес, добра и самых у моря. Чтобы никогда не знали вы горе. Айгуль Аварова, Гульфия Габдулхаковна. Новых свершений, любви и вдохновений. Таких, как вы, нет, говори без сомнений. Ну что, дети, вы готовы? Знаю все ответ. Лучше Сергея Анатольевича в нашей школе нет. Алиса Альбертовна, мы вас поздравляем. Счастья, удачи, радости желаем. Алексей Анатольевич, человек забег, кто не любит бегать, тому будет не сладко. Вы, конечно, очень крутой чувак, но учитель вас всего. Нашему директору посвящается Юйо Ага. От учеников примите поздравления сейчас. Заявляем без заминки. Вы, директор, просто класс! Пожелать хотим здоровья, нервов крепких, как канат. Чтоб вели всегда к вершинам дорогих своих ребят. Второй Б-класс поздравляет вас с днем учителя. Благодарим вас от души за доброту и за терпение. Желаем радости больших. В работе ваше вдохновение старательных учеников. В тетрадок самых аккуратных. В классе каждый день цветов. И больше праздников приятных. Поздравляем! Ура! Бабазга Бергене, Бальминишек Эльгаре, Узэншун Дэсэйкэм Лэ, Нэкэньэм Шэлькэлэ, Шатьэзлэ Укутэщэ, Кунгэляха Иньэкэн, Кэшэу, Хэнэмэшэн, Бэйбэмбэлэн Укутэщэ. Педагога не из легких, но все же есть огромный ключ. Всегда вас окружает юность, а это выгодный союз, пусть дарит радость. Вам работа, а школьный гам и суета лишь молодят вас год от года. И будьте счастливы всегда. С праздником, дорогие учителя! Уважаемая Гульназ Мунировна, наш 3-й класс поздравляет с днем учителя. Вас стали близким человеком за 3 года вы для нас. Говорим спасибо нынче за науку и терпение. Пусть всегда в работе сложно посещать вдохновение. Нам проказы все прощать, ведь шалим мы не со зла. Просто в каждой непоседе скрыта резвая юла. Октябрьский праздник наступает!
вспоминаю вновь. Я хочу сказать для всех ребят, что счастье, мир и наша нежная любовь, как эти листья к вам летят. Дорогая Диляра Салиховна, желаем вам, чтоб ваши планы воплотились в жизнь. Всех преподавателей с любовью поздравляем. Желаем вам здоровья, сил, работы, вдохновения, чтобы каждый день удачным был, а главное терпение. Дорогим, любимым педагогам шлем поклон, езжая сюда с земли. Вы открыли к знаниям дорогу. Мы за это вас благодарим. Уважаемый учитель, поздравляем с вашим днем. Вы оценок повелитель. В спецпредмете вы своем. Будьте счастливы, здоровы. Не старейте никогда. Пусть порой дни суровы, улыбайтесь им всегда. А бессонными ночами. Когда учитесь так спать. Звезды греют пусть лучами, освещая вам тетрадь. Пусть достойная зарплата пополняет в банке счет, чтобы жизнь была богата. Вам сопутствовал почет. Пусть уютно будет в сердце. Вас всегда с работы ждут. Открывает дома дверцы. Вас по имени зовут?
согревает солнце летом. Чтобы вдоволь отдохнуть. И наука своим светом освещает жизни путь. Обещаем вам учиться на четверку и на пятку. На уроках не беситься. И друг другу помогать. Дорогие учителя, я поздравляю вас с праздником. Желаю вам высокой зарплаты, отличного настроения и хорошей, долгой и счастливой жизни. Здравствуй, учитель, здравствуй. Ты погляди вокруг. Видишь ты, сколько самых глазастых сразу притихло вдруг. Сразу притихло вдруг. Сразу притихло вдруг.